Опробовать на себе новые возможности горки города были приглашены туроператоры со всего Большого Сочи. На пресс-конференции сотрудники всесезонного курорта рассказали и показали новые сервисы, которые отныне доступны как гостям, так и жителям города. И действительно, сегодня это место можно назвать уникальным. Красочный ландшафт, безукоризненный сервис и, конечно же, множество развлечений. Все это в комплексе уже заинтересовало профессиональных гидов, да и самих туристов. Для нас это интересно, в первую очередь, тем, что у Красной Поляны появляются возможности для массового спорта. То есть действительно сюда можно уже людей привлекать не только для того, чтобы плавать, как на море, но и для того, чтобы здесь занять их чем-то другим. С нашей стороны мы видим, для нас интересны эти продукты. По сути, горки город – это настоящий эко-город, где можно интересно провести время с пользой для здоровья. Свежий воздух, уникальная природа не оставят равнодушными не только туристов, но и местных жителей. Начать свое путешествие можно с поездки на канатной дороге. На высоте открываются новые возможности. Любители активного отдыха могут посетить живописные уголки горных вершин. Для этого оборудовано несколько пеших трасс, от легких, доступных как детям, так и пожилым людям, до сверхсложных. У велосипедистов свои возможности для отдыха. Для них уже готовы 4 горные трассы. Скоро их будет 7. В их проектировании заняты профессиональные спортсмены. Наша задача – популяризировать вид спорта горный велосипед на обычных обывателей. Также у нас будет веревочный парк, это на отметке 1500. Он уникален тем, что это единственный курорт, который размещает в себе веревочный парк и зону детской на 1500 над уровнем моря. И еще также мы начинаем старт программ как экотуризма. Спустившись с гор, можно расслабиться в уютных апартаментах горки города. Номера в комфортабельных отелях порадуют и ценой от 3000 рублей в сутки с сервисом. Рестораны удовлетворят вкусы взыскательных гурманов. В этом помогут высококлассные повара. А специально для сладкоежек в торговом центре работает кондитерская. Особого внимания заслуживает и крытый аквапарк. Он способен удивить как взрослых, так и детей. Главный его козырь – песчаный пляж и бассейны с имитацией морских волн. Так что загорать у моря, глядя на горные пики – это не мечта, это реальность. Как и все, что предлагает этим летом горки город. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.